Вторая очередь ЕГРС-2 должна появиться в Якутске в 2024 году. Об этом сообщил первый зампред правительства республики Алексей Колодезников. Русгидро поддерживает правительство Якутии по вопросу строительства второй очереди ЕГРС-2. Необходимо определить механизм строительства, добавил Колодезников. Егор Афанасьевич в конце года встречался с председателем правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Он поставил вопрос по продолжению строительства ЕГРС-2, там предусматривается вторая очередь, и, соответственно, мы все-таки думаем, что к 2024 году вторая очередь будет уже завершена. Нас Росгидро поддерживает, единственное, мы должны механизм строительства еще определить.